зла. Они не знают свободы и материнского тепла. Их отмечают номерами и отбирают детей. А говорили ведь сами: не убей, не убей. И что ж, своими руками убиваете друзей? Они беспомощно слабы, и лишь отчаяние в глазах. Ведь им не скрыться от судьбы, которой управляет страх. А страх умеет говорить. Его зовут человек. И он сумел смастерить концлагерь, а не ковчег. И вдруг случится потоп, он будет красного цвета. Но перед нами знак «Стоп». Начало нового света, где нет ни жертв, ни палачей, и никакого вам стресса, и больше нет уже врачей. Мы с вами скульпторы прогресса, художники и поэты, уборщики, повара. Мы просто с этой планеты, мы дети с одного двора. Рисую карандашом, теленок спит возле мамы. Смотри, как все хорошо, полей гор панорам. Смотри, дельфины на свободе и обезьяны не в цирке. Слоны и львы на природе. Мы поснимали снег бирки и постирали штрих-коды. А ты рисуешь леса и рыжая царица моды. В лучах красуются леса, полощут что-то еноты. Их шубы так им идут, у каждого свои заботы. И человек тоже тут. Пусть кто-то скажет, что на свете такого не воссоздать. Но мы наивные, как дети. Мы не устанем рисовать. Не разрушаем, создаем. Давно не каменный век. Вокруг друзья, планета дом, хранитель в нем человека.